have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в Porcat Cafe, и это значит, что мы сейчас в ближайшие пару минут обсудим с вами кое-что. Во-первых, перед тем, как мы что-либо начнем обсуждать, наш канал потихонечку растет, приходят новые люди, это нас чрезмерно радует, поэтому всем, кто присоединился, огромнейшее спасибо, огромнейший привет, мы рады вас видеть. Приходите, приглашайте ваших друзей, смотрите наши проекты, видосики, игры, которые мы снимаем. У нас еще куча всего заготовлено, видео выходят каждый день, но я думаю, вы это и так заметили. Так, у нас середина осени, отличнейшее время, скоро Хэллоуин, вообще прекраснейшая пора года. Готовимся потихонечку к праздникам, к зиме, к холодам, к снегу, там и Новый год не за горами. Естественно, у нас будут отдельные видео и на Хэллоуин, и на Новый год, все запланировано. Пока что я хотел с вами поделиться вот чем. Мы собираемся немножечко разнообразить контент и хотели бы узнать ваше мнение. В наших планах делать мини-обзорчики на игровые или околоигровые гаджеты, которые не самые популярные в нашем мире, но вызывают огромный интерес, о которых, возможно, многие из вас не знали и теперь узнают благодаря нашим видеообзорам. Поэтому говорите, что думаете, хотите ли вы видеть подобный контент, хотите ли вы видеть какие-то видео не сколько игровые, а сколько именно из реального мира, где реальные, настоящие мы будем обозревать какие-нибудь интересные вещи для вас. Так что пишите, все зависит от вашего мнения, от того, насколько вам это интересно, и я потом буду сидеть, смотреть в комментах. Также я уже пару раз упомянул о том, что мы собираемся делать стримы. Пока что это просто проект, мы всеми силами пытаемся приблизить тот день, когда мы сможем запустить этот проект, когда у нас все-таки будут стримы, и обязательно у нас будут стримы с подписчиками, но пока что это находится в разработке, в планах. Надеемся, что вам такая вещь тоже потом зайдет. В общем-то, пока что такие новости, не очень длинный видосик получается. Просто хотим знать ваше мнение, поэтому пишите в комментах, отображайте свое отношение лайками, дизлайками, тоже как кому из вас будет, как кому из вас больше подойдет, поэтому будем ждать вашей реакции. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем покеда.